Привет, друзья! Это вторая часть видео о том, как мы защищаем яблони от грызунов. Вы видели, какой большой ущерб они в этом году нам принесли. Ну и не только нам, а диким яблоням. Сетка, которую мы устанавливали, спасла... та ячейка, которая была, спасла деревья от зайцев. Но... от мышей, которые делают норы под сетку, она не спасает. Поэтому мы еще приобрели вот такую в Леруа Мерлене, вот такую сетку плетеную французскую. Ее стоимость 500 рублей. Нашли у себя остатки сетки для штукатурки. Она побольше, и ей можно защищать большие деревья. Купили вот такую краску. Краской нужно пользоваться, конечно же, осенью. И все это делать нужно осенью. Но на самом деле у нас было посажено осенью и весной прошлой небольшое количество деревьев. Что-то из них выжило, что-то не выжило. Тоже в Леруа Мерлене 4 килограмма. Здесь написано, что для защиты стволов, крупных ветвей, деревьев, кустарников от... насекомых и грибов, а также грызунов. В нее мы добавим вот такой красный перец молотый, специально, чтобы мыши их не ели. Это мы покажем. Также мы сделали, у нас было старое агроволокно белое, мы нарезали вот такие ленточки. Ими мы будем укрывать стволы яблонь, которые мы привьем сейчас, маленьких яблонь. Сначала покрасим, потом либо покрасим, либо укроем, либо и то, и другое. Потом поставим сетку, либо такую, в зависимости от того, какая яблоня. Белая краска. Заметили? Перец красный молотый. Производство Россия. Правильно говорю? Я думаю, что да. Так, сейчас посмотрим. Новосибирский пищевой комбинат. Россия, Новосибирская область. Насыпай. Поселок Элитный. Вы заметили? Элитный? Элитный перец. Красный молотый. Из Новосибирской области. Это не просто так. Это за деньги сибирский перец. Он самый крепкий, между прочим. Потому что сибиряки, они люди такие крепкие. Просто так ничего не делают. А что, в Сибири, между прочим, там же... летом все растет. Там лето очень жарко. Начиная от Тюмени, лето очень жарко. Зима очень холодная. И солнце высокое. То есть небосвод получается. Солнце стоит в зените. Или правильно я выражаюсь-то? Замешивается он? Как же? А как же? Вот сейчас замешаю. Просто дешево и сердито. Ну, миксером, конечно, быстрее. Но у нас миксер этот... все, что есть под руками, под ногами, мы используем в нашем деле. С этой стервоточиной. Да.
малярим, малярим.